Всем привет, друзья! Вы на канале Experivid. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть Identity 5. И если кто видел мои предыдущие видео по открытию сфер, то вы видели, что я выбил топовый золотой аксессуар на координатора. Вот этот вот генератор, друзья. Который имеет довольно-таки классный эффект. Если вдруг никто не знает, то после выстрела вокруг охотника создается облако из молнии. Очень эффективно и реально красиво и классно выглядит. Поэтому сегодня, ребят, я поиграю за координатора с данным аксессуаром. Красная церковь. Вообще, ребят, мне хотелось бы, чтобы охотник был не ведьма снов. Почему не ведьма снов? Ну, как-то мне хочется выстрелить в ряху реальному охотнику, а не какому-то там... прислуги, вот эти вот, ну, как-то, не знаю, приспешники, кто как их называет. Нет, хочется выстрелить именно в охотника. Но ведьму снов, понятное дело, что выстрелить нельзя. А второсортные персонажи, мне не сильно хочется вообще на них тратить данный аксессуар в принципе. Гейша. Вот ей с радостью втащу. Так, есть. Так, а где находится? Ага, вижу. Чини. А я пойду пока мисс парфюмершу спасу. Ох, сейчас взлетит девка. Юху! Вэй! Флэшлайк ту бич! А теперь валим. Ой, не с той стороны! Пипец! Моя вина, сори. Так, где-то тут я видел, был ящик. Вот, сейчас я его открою, может там еще один пистолетик будет. Ковбой отвлек, да? Блин, надо было там остаться и постараться отхилить. Окей. Не обратил внимания. Так, понял. Бегу. Хилим. Окей. Мы вызовем еще одного. Юху. Come to me, motherfucker. Прикрываю, ребят, прикрываю. Первый. Так, в принципе, я могу еще раз вызвать, да? Блин, не, парфюмершу, мне кажется, мы уже не вытащим вообще никаким образом. А тут завели, да? Хорошо. Мне надо что-то найти более. Блин, ну, для механика кукла, конечно, хороша, но надо что-то получше. А вот это уже хреново. Улетает? Да, улетает. Блин, хреново, что она теперь видит, где я. Блин. Ну, с меня, конечно, такой форвард. Подруга, я ведь могу вообще-то пожертвовать и своим хитом. А, блин, я получил, да? Ай-яй-яй-яй, застрял. Давай хотя бы форварда спасу, что ли. Успел. Беги. Теперь беги. Просто беги. Чё ты лассо не кинешь? Ты бежал все равно ряхой к ней. Кидай лассо. Так, а где у нас жрица? Капец. Короче, самый декодер декодирует. О, вот это да, раскидала нас, конечно, судьба с ковбоем.
Мне кажется, жрица меня не спасет. Блин, ну мы с ковбоем бились за парфюмершу, бились. Ковбоя пытался, конечно, но что-то как-то где-то что-то пошло не так. Так вы видели, как я в полете хит получил? Кстати, это не в первый раз, когда я за координатора прям в тупую бью охотника, а ну, эффект вообще не срабатывает, я не знаю. Хреновый с меня форвард. Жрица очень и очень медленно. Не, все, друзья, улетаем. Итак, друзья, Тима один лучше другого. Скин на мага довольно-таки прикольный, но он, кстати, лагает, между прочим, если кто не знает. Но вроде как уже или должны были оптимизировать, или уже оптимизировали. Тоже координаторша, координатор, координатор. Слишком много координаторов тоже не есть хорошо на самом деле. Сонная лощина собственной персоной. Но учитывая то, что я слышал, когда мы сидели в лобби, я сомневаюсь, что это персонаж женского пола, скорее всего, против нас, или клоун, или Лео, может даже Хастер. Но мне кажется, точно не Виолетта. Это танцовщица, да? А ну, похвастайся своими гифками. Граффити. Блин, и хочу найти еще один пистолет, потому что никак не выполню задание, чтобы выстрелить два раза с пистолета. Охотник где-то рядом. Лео, я же говорил, что Лео. Если честно, вообще танцовщица это единственный персонаж, за которого я еще не играл. И если честно, даже не особо хочется. Так, я вижу, где координатор заводит. Значит, я побегу в противоположную сторону. Я думаю, она там и без меня справится. А этому Лео я еще успею выстрелить. Надавать по его шляпе. Ну, давай еще лагать начни. Так, по голове наш Лео получил. Он что, слепой? О! Ой! Я и забыл, что он так умеет делать. Уоу! Flashlight to bitch! Как он так быстро отошел? Реально быстро вообще именно. Я в шоке. Но это у него что-то против стана, наверное, взято, да? Но я все равно ушел от этой мамзель Ивановны. Теперь бы отхилиться, по большому счету. Так, ну мне надо отхил или же еще один пистолет.
Ой, лучше бы мне попалась карта на адвоката. Надо срочно менять. Один геник остался. Ой, не туда пошел. Тут заведено. За мной идет, падла. Ой-ой-ой. Ну блин. Что это еще за магия вуду? Блин, ну не трогай меня. Ну посмотри, как у меня аксессуар красиво мигает. Ну, а, капец. Помню, раньше постоянно была такая запара, когда бегаешь, 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 и именно в конце катки меня сажают на кресло, и я погибаю. Follow me, please. Help me, help. Не бросайте меня, пожалуйста. А, им, короче, все. Они решили сбежать. Без меня. Ну, в принципе, ребят, втроем сбегут, уже будет хорошо. Они, походу, поняли, что Лео пошел к тем воротам, поэтому решили побежать в мою все-таки сторону. Но чё-то я не вижу ихнего направления прям ко мне. А, нет. Лео тут. Так, танцор диско. Ёптой, ты еще лучше кого-то привести с собой не могла? Дьявольское отродье. А у меня покруче был выстрел. Да, у него от... да, у него что-то от стана явно взято. Не помню, как называется. Очень быстро отходит, очень быстро. Нет, капец. Ты серьезно, чувак? Да ну дай еще побыть здесь, вдруг спасусь. Зараза. Короче, ребят, вот такая вот игра, видели, блин, ну какие обидные реально моменты, блин. Но самое главное, мы довольно-таки неплохо так в харю выстрелили охотникам. Единственное, что вот этот Лео от стана, ну молодец, он надо повзаимствовать, потому что часто меня самого бесит, что я долго отхожу от стана, поэтому, наверное, надо будет что-то поменять в своих ачивках. Ну а вы были на канале Экспервит, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ставьте лайки, будет больше, будет лучше. Всем спасибо и всем пока.